Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня мы находимся на моем мульте, ник которого спасибо. И находимся мы здесь неспроста. Но перед тем, как я начну объяснять всю суть, всю соль этого видеоролика, я как раз таки, ребят, хочу перед вами извиниться. И надеюсь, вы меня пищунами в комментариях, в общем-то, не закидаете, и обязательно оцените это видео лайком. Ну, потому что сегодня у нас опять же будет именно видос с МПКшками, так как я очень-очень жесткий паря. И было грандиознейшее, опупительное видео. Прям, ну вот просто, блин, я не знаю, насколько мега просто оно было офигительное, но. Короче. Ладно, ничего не буду объяснять, ребята, просто перед тем, как сейчас я вам буду все показывать, поставьте обязательно лайкос данному видеоролику и смотрите, у меня на аккаунте появился рикошет, полностью прокачанный под М3, у меня появился также викинг полностью прокачанный под М3, и у меня также появился модуль полностью прокачанный под М3. Для чего я прокачал именно этот модуль? Потому что мне нужна защита от рельки, защита от грома у меня уже есть. Ну, короче, выйдет еще скоро обновление, где это все сплюсуется. Ну, вы поняли, короче, как это все будет. А вот этот модуль именно от рельсы, я не знаю почему, но вот он мне очень сильно пригнулся, я решил его именно прокачать. Видео с прокачкой не будет, потому что Вайдер забыл включить запись, но да ладно. Вот, короче, не будет видео с прокачкой. В общем-то, давайте мы уже с вами непосредственно перейдем к самому именно тесту. Я не знаю, ребят, почему, но приглянулась мне пушка рикошет на этом аккаунте, так как я поиграл на безумных выходных на твинсе. И, если честно, эта пушка мне довольно-таки зашла. Зашла довольно-таки неплохо, то есть она у меня полностью флоу вкачана. И я увидел одного из чуваков, также пушка рикошет, которая наваливает очень-очень сильно. И, ребята, здесь есть устройство у нас. Я сейчас возьму его в аренду, но если вы хотите, чтобы я его купил на свой аккаунт, и чтобы она у меня была на рикошете, давайте наберем 1000 лайкосиков, и я опять сниму какой-нибудь интересный ролик с какими-нибудь интересными челленджами, а может быть даже с каким-нибудь интересным розыгрышем на промокодике, либо на кристаллике, как вы уже сами захотите, напишите об этом в комментариях. Давайте мы его с вами берем в аренду, естественно, одеваем, и вот теперь у нас Вика рикошет М3. Плюс с М2 модулем, но я как говорил, ребята, модуль мне нужен исключительно от рельс, потому что в последнее время я играю на довольно-таки масштабных просторных картах, а там, как известно, у нас очень сильно много всякой дичи в виде рельсоводов, полностью прокачанных под М3, но не суть. Ладно, берем это вооружение и идем в битву, чтобы его протестировать. Так, ну что ж, ребят, нашел я битву, нашел опять же более-менее такую битву именно с моими диапазонами. Ну, я как рассказывал в прошлом видеоролике именно по этому аккаунту, я еще такие битвы не чтобы там вам, ну, я не знаю, не чтоб, как бы, я такой дубасик, который заходит именно к таким звонкам, а чтобы, ребята, как раз таки вы, ну, не знаю, вам было интересно посмотреть именно на нагиб на таких диапазонах. Для чего это делается? Для того, чтобы вот есть, да, у нас определенный диапазон званий. Я как бы понимаю, что я очень сильно прокачанный. Эта прокачка точно не вот этой битвы. То есть точно мне нужно не в эту катку заходить, чтобы играть именно с такими МПКшками. И все же это сделано для того, чтобы вы посмотрели, как с донатом можно нагибать на таких диапазонах и как это делать вообще, ну, очень с легкостью. Вот, это в первую очередь сделано как раз таки для этого. Вот, зашел я в эту катку, если честно, еще не приловчился играть у нас с рикошетом, поиграл здесь до этого такую разминочную битву, ну, чтобы совсем там не рассчитывать на видеороликах, подумал, что вам было интересно это посмотреть, как-то более какие-нибудь, я не знаю, рикошетики использовать об стеночки интересные. Потому что на этой карте это можно делать, и можно делать очень превеликим удовольствием. Вот, поэтому как-то так. Ладно,
перейдем уже непосредственно к самому рикошету. Как я вам уже и сказал, и говорил вообще ранее, ну, в первой как раз таки части данного видеоролика, что рикошет мне зашел. Зашел на ура. Я его увидел у одного чувака на безумных выходных. Он у нас там играл также на вроде бы лейтенанте. И также, ребята, у него было все прокачано до М3. То есть это такой жесткий лейтенантик, который также у нас был вкачан, и который у нас довольно-таки неплохо сидел именно, ну, в плане какой-то прокачки, да, и это было довольно-таки неплохо, то есть он нагибал прям, ну, просто шикарно, и иногда даже в некоторых катках он обгонял моего твинса. Я подумал, блин, а почему бы мне на этом аккаунте тоже не прокачать это самое сочетание и не посмотреть, как оно будет нагибать. Вот здесь у нас какой-то чувак прям лютый на первом месте. Или на втором месте, или на первом месте. Вот, короче, первое и второе место, которое у нас также играет на рикошетиков. Я здесь, ребята, более-менее как бы еще с начала битвы не нарил, дабы эти челики и ребята не разошлись, потому что пытался я и до этого записать каточку с самого начала, без разминов. И, к сожалению, как я только заходил на битву с такими же диапазонами, начинал нарить, начинал играть, все почему-то с этой катки уходили. Ну, хотя, в принципе, я прекрасно понимаю, почему. Я бы на самом деле, если у меня тоже было какое-то М1 или М2 сочетание, было бы оно не прокачанное. Здесь какой-то чел у нас катался довольно-таки вкачанный, да, и продоначенный аккаунт. Я бы тоже сказал, блин, чувак, ну играй, пожалуйста, ты сам собой, а я пойду на какую-то более-менее адекватную карту, найду более-менее себе адекватных противников и буду с ними, так сказать, бороться. А не с тобой таким вот жучарой, который у нас весь такой прокачанный, перепрокачанный. Ладно, но тем не менее, катка у нас, к сожалению, не фуловая и, как вы видите, просто легчайшая, легчайшая. Как я, вот просто, серьезно, никогда не перестаю это говорить, что на донатских аккаунтах играть одно удовольствие. Тем более на таких диапазонах, где вот многие себе не могут по факту этого позволить, это играется, ну, просто на ура. Я вам говорил, и почему я раньше создавал такие аккаунты, где, получается, создавал их, ну, просто с самого начала, да, то есть на убранца, закидывал сразу какие-то нереальные на этот аккаунт бабки и, в общем-то, на этом оке активно играл, активно покупал нарку и, в общем-то, да мне это просто доставляло. Я так думаю, многие так делали, то есть создают себе мультов, играют на более мелких диапазонах, так как им, я не знаю, либо основы надоели, потому что там, ну, как-то более-менее все сбалансировано, более-менее все, так сказать, что ли, ну, в натуре есть какой-то более-менее баланс. Вот, но здесь можно показать себя на все 100, на все 200%. Ну, во-первых, по скиллу, то есть, если у тебя есть легенда, если выкачал ты ее сам, ни на каких там, тем более уж абонементах новичка, допустим, ни на каких прям аккаунтов, то есть ты сам набрал, грубо говоря, вот эти 1 600 000 опыта, то, ну, ты будешь просто даже к легенде первой довольно-таки скилловым чувачком. Вот, но если ты как-то это все, ну, набирал с абонементами, ну, конечно, тоже будет скилловым челиком, потому что ты, получается, задротик такой, который сидит и рубится, но такое, и я не знаю. Опять же, больше у меня вызывают чуваки уважения, которые там по факту не используют это, играют без доната, именно без донатскими способами прокачивают свои аккаунты. Такие мне чуваки, ну, как-то, ну, действительно, как ты как-то смотришь на них, блин, ну вот вообще денег не используют, как бы, и прокачивает свой аккаунт, потому что ему это нравится, потому что ему это доставляет удовольствие, и, во-первых, потому что он просто это может сделать, вот, и может себе позволить. Вот, конечно, я и сам доначу на аккаунт, и я не против тех чуваков, которые донатят на аккаунты, потому что я прекрасно понимаю, как иногда у нас танчики надоедают, и хочется просто, я не знаю, зайти, либо просто не фармить на что-то, просто если есть возможность, забабахал, закинул себе бабосов, закинул себе балансы, и, в общем-то, на этом сочетании ты у нас будешь нагибать, на которое ты себе, допустим, прокачал. Вот, в моем случае это у меня прокачанный викинг, и, ну, опять у нас вырисовывается та же самая ситуация, что и в каждой катки, блин, вроде хочешь зайти, да, на такие вот диапазончики, чтобы вам показать именно как донатский аккаунт может разрывать вот такие вот катки, да, несбалансированные. То есть здесь у нас катаются все на старших лейтенантах максимум, да, это максимальное звание для этой карты, а ты у нас такой катаешься на М3,
прокачанный, ясен фиг, ясен красен, ты у нас будешь нагибать здесь по-любому, да если ты еще используешь нарку, так ты вообще будешь всех нагибать, перенагибать, то это как по моему мнению, это нечестно. Не знаю, у меня всегда... Когда я играю на своем без доната, именно в таких битвах, и вижу какого-то чувака, на, знаете, на маленьком звании, вроде бы вот, я помню на без доната, когда я играл на воронте в цере пятом, что ли, я заходил выполнять задание... И там был чувак тоже с воронт офицера 5, но у него был комплект куплен кабан. То есть воронт офицера 5 можно себе прикупить комплект кабана. И у него этот комплект был вкачан, ребята, на секунду до М3. И когда я его встречал, хотел как бы с ним подуэлиться, и я не знаю, я когда вижу таких чуваков, у меня автоматом включается нарко. То есть я прекрасно понимал, что я как бы ему проиграю, но все равно, вот знаете, есть такой азарт, когда ты видишь такого более-менее прокачанного челика, тебе охота с ним пободаться, я не знаю, как-то помериться силами, и если ты его как бы заваливаешь, у тебя такой прям ну ты понял, я тут здесь батьки нагибатьки, я, блин, катаюсь у нас на М1, и тебя нагибаю, а ты у нас катаешься на М3 и не можешь меня нагнуть. Ну, короче, вы поняли, да, вот эти вот чувства, когда кого-то ты убиваешь, и тебе прям хорошо. Вот, и именно поэтому, скорее всего, на таких вот чувачков я нарку и сливаю, и, ну, чтоб им, так сказать, жизнь медом не казалась. И я вам скажу, некоторые даже есть чуваки, которые действуют, собственно, так же, как и я. То есть, если меня здесь некоторые челики видят на моем вот этом аккаунте, видят, что у меня довольно-таки прокачанное вооружение. Во-первых, что они в первую очередь делают, там некоторые чуваки? Во-первых, они у нас просто пишут в чате, вот допустим, как вот этот челик, Warrant Officer 4, ой, Вайдер Крича. Вот, Крича, и, ну извини, братан, я просто делаю киллы, как бы я просто у тебя эти киллы украл, и я просто как бы... Сейчас хочу этот кат завершить, но, скорее всего, у меня это дело все не получится, да. У меня, скорее всего, это не... Ах, блин, ну почему вот шарик по нему не прошел? Я бы, так сказать, сделал килл и еще бы потом один забабахал и завершил эту катку с 50 киллами. Не знаю, ребята, получится это у меня или нет. Давай сейчас вот это вот попробуем. Ах ты, блин! Ах ты, блин! А он дождался, пока у него откдешится нарко, да? И я тебя понял. Ну, завалил меня, красава, красава, красава. Завалил меня, и все-таки не хватит мне уже времени, чтобы сделать последние 2 килла, все-таки вот я не знаю, что-то шибко сильно в себя поверил, вот на последних 2 киллах немножко силился, но тем не менее, ребята, тем не менее, как бы вооружение прокачано, то есть 50 киллов в этой катке сделать, ну просто изи. Изи для меня, да, я думаю, и для любого для вас, потому что вы у меня парни скилловые. И поэтому, ребята, если вам понравился данный видеоролик, вы хотите, опять же, побольше видео с какими-нибудь интересными прокачками. Кстати, ребята, если вам также интересно, допустим, что я себя буду качать следующее на этом оке, я хочу себе выкачать рельсу, потому что многие чуваки у нас с рельсой М3 ваншотали челиков. То есть ДДшка, рельса М3, и это тупо ваншот. Я как бы рельсуху себе не против качать и на этом аккаунте, и посмотреть, что она из себя представляет. Потому что у меня здесь еще есть много пушек, которые не качаны, М0, М1. Громик есть у меня полностью под М2 прокачан, смог под М2 прокачан, ее можно уже забрать. Громика на... капитане, это на... Ой, на полковнике. Ну, на полковнике я навряд ли докачаюсь. До капитана, если я еще докачаюсь на этом звонке, то до подполковника вот это уже навряд ли, я не знаю. Короче, ладно, не беда. Если вам нравится видео, обязательно ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.